Здравствуйте, Андрей Широков, клуб Эфлер Правдоцелитель. Мы говорим о здоровье, паркинсонизм. Когда поступил пациент, точнее за пациента как бы решили взять консультацию, я, конечно, напрягся, у меня не было еще пациента именно с паркинсонизмом, и такая жалоба, человек уже в возрасте, что вот, ну, из вот как бы поступившие из третьих рук жалобы, получается, что, ну, вот только паркинсонизм, как помочь, так все вроде бы, наверное, и нормально. Но вы понимаете, вот когда я стал смотреть в общем, да, состояние человека, то я понял, что тут, ну, даже если бы это было какое-то особое, какое-то генетическое изменение, предрасположенность такая, да, что заниматься-то надо все равно хронически отравленным состоянием. И, ну вот я, например, начал смотреть, там функциональность гематоэнцефалического барьера, она снижена, да. Хорошо, мы читаем, что в основе этой болезни, как считают врачи, поражение нервных клеток ствола головного мозга. Смотрим функциональность вот этого ствола головного мозга, там 37%, да, она сильно снижена, да, там светится там блок на эфире, ну пусть это будет энергетический блок. Но вот если мы будем смотреть общее состояние, то я ожидал здесь, конечно же, какую-то аутоиммунную реакцию. Перед аутоиммунной реакцией мы смотрим синдром дырявого кишечника. Не так уж она сильно здесь прямо выражена, очень сильно, да. И здесь вот особенно я пометил, например, на белки бобовых сильно идет реакция раздражения слизистой кишечника. Но вот самой аутоиммунной реакции я здесь у человека не нашел. А по онкостатусу я вижу 3 негатива из 7. Это уже предонкология, да, то есть человек ее наедал. Наедал и блокировал свой шлюз очищения на очищение внутренней среды. А инфекционки вообще никакой не увидел. То есть это и не прямо уж там, ну, в текущем моменте накопление инфекционного белка. Кстати, что вот бывает, и я много раз предупреждал, особенно у деток это может вылиться в острый лейкоз, да? То есть накопление инфекционного белка плюс какое-нибудь отравление там тяжелым металлом плюс стресс, да, к примеру. Значит, дальше мы вот смотрим по минерализации. Ну вот я здесь не вижу, чтобы были какие-то такие замечания. Я тоже готовился к тому, что, ну, может быть, какой-то элемент выпал, да, и из-за этого идет такое острое нарушение по нервной ткани. Нет, я здесь такого вот прямо не нашел. А зато вот оперативная вода в организме 7% от 100% нормы. Ну, это в среднем, как вот за последние дни держит это тело воду. Ну, то есть воды нет вообще на вот какие-то реально ползновения там по очищению. И мне потом так и сказали, а вы знаете, да, воду он не пьет. Ну, молодец, ну так тут будет все что угодно, паркинсонизм, Альцгеймер, все что угодно, можно ставить кучу диагнозов. Ну, давайте пойдем дальше. Рекомендации я дал по минимальной вводной фазе извне. А если посмотреть плечи метаболизма, щелочное плечо, по которому идет нагрузка вот кислотных метаболитов, функциональность 33%. Ну, прямо 33 богатыря. То есть, естественно, совершенно вот закисленное, закоксованное состояние. По витаминизации острого негатива я там не увидел. По микробиоте тоже, что прямо выпадение какого-то вещества. А вот, кстати, белковый баланс идет в минус. Жировой баланс в минус, то есть дистрофия уже есть, и вот человеку уже за 70, кислотно-щелочной показатель клетки 5,92, ну у меня было и хуже, даже в 20 лет.
Поэтому просто, ну, еще возможностей с этим жить было у меня побольше. Но тоже рано или поздно песенка моя как бы оборвалась вообще-то. И степень свободы от хронически отравленного состояния, ну, практически никакая. То есть, ну, вот человек говорит о каком-то там просто паркинсонизме. Ну, понятно, тут нету явной такой инфекционки, да, то есть вот так вот мужчины у нас и показывают такой класс, да, то есть они вот до последнего вроде живчик, вроде ничего, а потом хлоп и все, потом это все очень быстро, рак и до свидания. Что это? Единичные такие случаи? Нет, это не только в моей семье. И понятно, что многих это как бы настораживает, но человек пытается от этого как-то отойти, сказать, ну вот, может быть, уже врачи придумали лекарство, или это вот, это генетическое, но мне этот ген не передался, да. Хорошо, значит, что еще здесь мы видим? Лимфо-желудочно-кишечного тракта функциональность 26%, трофика желудочно-кишечного тракта функциональность 22%, снабжение, степень свободы от спазма по желудочно-кишечному тракту 16%, там все стоит, там все стоит. Каково лечить сейчас? Какой паркинсонизм? Каким стволом мозга тут заниматься? Мозг в дерьме весь. Вы чего? А дерьмо должно было вообще-то со всего организма, в основном очищаться через желудочно-кишечный тракт. Ну и через кожу там дополнительно, понятно. И это тоже там у человека точно не работает. Но что же там со шлюзом очищения? 6% функциональность по ЖКТ. Остальные можно и не смотреть. Совершенно запертое состояние. Ну да, человек еще вот, еще ничего, но чем это закончится, понятно. И не важно здесь, какой возраст. Дело-то не только в самом возрасте, а в том количестве негатива за этот промежуток времени. Вот уберите слово возраст, оставьте просто, как я себя убивал и как долго мне это удавалось. Степень чистоты тут 5%. Ну вот, собственно говоря, вот состояние на самом деле тут скоро, прошу прощения, в ящик. Нет, тут можно взять, начать заниматься собой. У нас есть такие пациенты, которые и уже вот практически вот в этом же возрасте, уже далеко пенсионном, да, вот начали и занимаются собой, и видят, кстати, результаты. И это не заслуги каких-то там отдельных блогеров или даже систем. Это прежде всего заслуга самого человека, что он своей осознанностью вот стал готов к этому. Это и рассказ и про меня, да? В этом нету никакого подвига. Это просто решение души, которое правильно, скажем так, сыграло. Потому что ум – это уже оболочка, которая должна служить задаче нашего как бы внутреннего мира. Вот, ну вот так вот я до самого паркинсонизма, я так там далеко, потому что еще мне это все нужно было объяснять. Здесь вот пока что тема паркинсонизма вот мной, да, не раскрыта. То есть тут, да, там идет, помните, что у нас идет деградация клеток, да, изменение ее и синтеза в клетке самой, да, ее структуры. И также идет и проникновение в структуру чужеродных аминокислот, белков, жирных кислот, там, жиров, углеводного клея, каких-то метаболитов, много всего, от чего избавиться с таким шлюзом очищения практически невозможно. Среда все становится кислее, грязнее, деформация все выше, функциональность все ниже. Вот и удивляться тому, что там есть как бы проблемы с тем же стволом головного мозга, и с другой нервной тканью. И вообще тут же, если смотреть функциональность, там функциональность у всего будет плохая и низкая, да. И ну, человеку скажет, ну это возраст, а вот то, что вот у вас вот совокупность вот этих нарушений, мы это вот назовем паркинсонизм, да. И вот неизвестно, что это, но мы вас зато посадим на вот
лекарства. И вот, может быть, это интересно врачам, да? Может быть, то, что есть определенные вот стандартные типовые программы лекарственного как бы ведения клиента. И под это все заточено. И здесь никто же не говорит даже о том, что давайте разбираться в причинах. Нет, они неизвестны. Вот давайте будем защищать кучу диссертаций, копаться. Но реально, вот реально фундаментом заниматься, конечно, мы как бы это нам не интересно. Вот очередная такая вот история. Сенсации никакой не получилось. Все. Стандартно. Но если вы либо ваш родственник реально принимает решение, что меня это не устраивает, вы мне тут про возраст не рассказывайте. Генри Киссинджеру, по-моему, там сотка, да, и что-то он там фурычит даже, еще сосуды работают, и как бы Зельдович, да, играл в 100 лет, поэтому на сцене. Поэтому здесь как бы решает сам человек. Конечно, это не просто вот с этим работать, да, но здесь можно, по крайней мере, этот процесс притормозить, да, идти по нашим четырем ножкам стула. И, кстати, переход на три фазы, так называемые, питание по-широкому, они вот в этом возрасте достаточно могут пройти очень мягко, намного легче, чем в 7 лет, в 70, как ни странно. Андрей Широков, клуб Эфлю, Прода Целитель. До скорых встреч и никакого вам паркинсонизма.